Вопросы сохранности поголовья крупного рогатого скота и предотвращения его падежа находятся постоянно в поле зрения прокуратуры Брестской области. На особом контроле ситуация в хозяйствах, где отмечается рост падежа животных. Выявились факты бесхозяйственности. Так, накануне суд Каменецкого района привлек к ответственности специалиста одного из хозяйств. За что, расскажут наши корреспонденты. Принятые прокурорами в текущем году меры позволили добиться устранения значительного количества нарушений при содержании и кормлении крупного рогатого скота. Так, в Каменецком районе в порядке реагирования на такие нарушения прокуратурой внесено 37 актов надзора. Свыше 100 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 16 – к административной и 44 – к материальной на сумму более 6000 рублей. Было возбуждено 3 уголовных дела. Так были установлены факты прирезки крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях, который затем поставлялся в ООО «Западное» под видом живого. В связи с этим в отношении директора и должностных лиц ООО «Западное» прокуратуры района возбуждены уголовные дела и осуществлялось уголовное преследование за внесение недостоверных сведений в официальные документы. Уголовное дело в отношении приемщика скота рассмотрел накануне суд Каменецкого района. Ему инкриминировано внесение заведомо ложных сведений и записей в официальные документы. Установлено, что обвиняемый, будучи ранее судимым за пособничество во внесении заведомо ложных сведений в официальные документы, работая в должности приемщика скота ООО «Западное» в период времени с 6 июня по 15 июля 2022 года, будучи осведомленным о ложности внесенных в официальные документы сведений о количестве скота и массе груза, внес заведомо недостоверные сведения и записи о приемке голов крупного рогатого скота живым весом, тогда как фактически животные поступили в ООО «Западное» убойным весом. В судебном заседании обвиняемый свою вину признал полностью. С учетом представленных государственным обвинителем доказательств судом Каменецкого района постановлен обвинительный приговор. Обвиняемому назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года. Необходимо отметить, что в Каменецком районе в сравнении с прошлым годом отмечается прирост поголовья и сокращение падежа скота на 9%.